Всем привет! В данном видео постараюсь произвести калибровку данного прибора мостового измерителя XGW01 Elsevier-метр. Для начала калибровки ниже в описании будет ссылка на руководство на русском языке по калибровке. Кому интересно, скачайте. Перед началом калибровки нужно сомкнуть два щупа и нажать Zero. Вот, калибровались. После этого соединяя щупы, нужно тоже нажать Zero. Калибровка открытых, Open Zero, открытых соединений. Все. В комплекте к этому прибору идут калибровочные резисторы. Они нам понадобятся. Долгое нажатие в меню. Для входа в режим калибровки нужно нажать Ring. Также, чтобы сбросить прибор в заводские настройки, после того, как мы зашли в режим калибровки, можно нажать 5 раз кнопку Zero. Раз, два, три, четыре, пять. И сохранится. И он возвращается в заводские настройки. Заходим в меню. Заходим в режим калибровки. И первый пункт. Вот я распечатал себе. Также версия будет. Ссылка будет на. Кому интересно, скачайте. Z0. Замкнутые щупы. Замыкаем щупы. И должны подогнать к нулю. Вот этими кнопками это вверх, это вниз. Плюс это минус, а это на следующий режим переходить. Ну, там написано по завершению всех калибровок нажать handle, hand вот этот, ну я после каждого измерения нажимаю. Все. Переходим в следующий режим. Второй режим. Тоже замкнутые щупы. Замыкаем щупы. И к нулю добиваемся, чтобы ноль был. Все, hand сохранить. Переходим в следующий режим. Тоже замкнутые щупы. Замыкаем щупы. И добиваемся нуля. Сохраняемся. Следующий пункт R1. Нужно взять калибровочный резистор на 40 Ом. В комплекте к прибору идут калибровочные резисторы. Точные. Вот у меня резистор на 40 Ом. Я пронумеровал его. Промаркировал. Соединяю. Вот, нужно добиться максимально близко. Так, это увеличивается, это уменьшается. Все, сохраняем. Переходим в следующий режим. R1X. Тоже надо резистор на 40 Ом. И нужно сделать показания близкие к нулю. Так, вверх ушел. Максимально близкий. Ну вот. Следующий режим. Нужен резистор 25 Ом. В комплекте нету резистора 25 Ом. Переходим к следующему. 1 кОм. Берем комплектный резистор на 1 кОм, подсоединяем. И надо добиться максимально. Вот, максимально добился. Да? Переключаем. Все, здесь нужно добиться максимально, чтобы ноль было, ближе к нулю. Вот.
сохраняем. Следующий резистор 10 кВт, также идет в комплекте. Надо добиться максимально близкого значения. Повторюсь, это увеличивает, это уменьшает показания. Вот максимально близкое значение. На всякий случай сохраняемся. Так, следующий параметр. Так. Надо добиться близко к нулю. Так, вот так. Мешаем, мешаем. Долгое нажатие тоже уменьшает. Вот я почти уже добился нуля. Сохраняем. Следующий пункт. Но точка 1 мегаом, это получается 100 кВт. Комплектный резистор берем. 100 кВт. Подключаем и добиваемся максимального близкого значения. Сохраняем. Следующий пункт. F4B. Добиваемся тоже, чтобы было 100 кВт близко. Увеличиваем. Максимально близко. Сохраняем. Следующий пункт. R4X. Надо добиться емкость близко к нулю. Увеличиваю. Уменьшаем. Максимально близко. Вот. Сохраняем. Следующий пункт. G1. Резистор на 3 кОм. Также он идет в комплекте. Комплектный резистор. Так. Вот я промаркировал. Нужно добиться максимально близкого значения, хотя уже оно почти близкое. Так. Вот, максимально добился близкого значения. G1, дальше идем. Сохраним. G1X. Нужно добиться близко к нулю, чтобы было показание. И уменьшаем. Вот, примерно я добился нуля. Ну, близко к нулю. Сохраним. Следующий пункт. G2. Резистор на 9 кВт, также идет в комплекте. Вот, я промаркировал. Повторюсь, инструкция по калибровке на русском языке будет под видео, ссылки. Ну, ссылка под видео в описании. Эти вот уже точно, да? Не калибровать дальше. Здесь надо уже чуть-чуть добавить. Вот. Добавим. Нажимаем сохранить. Следующий. G2X. Это нужно емкость немножко поразить, ну или как она максимально подогнать к нулю. Процесс долгий, и чтобы вот так не нажимать каждый раз на кнопочку, можно просто зажать и держать. Сейчас я поставлю видео на паузу. Как приблизить к близкому значению, то продолжу. Вот я приближаюсь. Вот. Максимально 0. Сохраняемся. Следующий. Здесь тоже нужно добиться резистором 1 кОм. Также идет в комплекте. Так. Подключаем. И нужно близко к нулю добиться. Сохраняем. Следующий. Все, мы вернулись в режим калибровки. Нажимаем хайно. Сохранить.
зажимаем на нее. И нажимаем на нее. И приходим в режим замерения. Сейчас мы попробуем что-нибудь замерить. К примеру, резистор. 10 ватт на 0,1 Ом. Перед этим обнулим шипы. Так как измерение очень низкого сопротивления, лучше компенсировать сопротивление щупов. Измеряем. Стараемся максимально близко. Пожалуйста, 99 миллион. 0,1 Ом. Так. У меня есть вот такой советский резистор. Не видно. Советский резистор 0,22 Ома. 1% погрешности. Замеряем. Вот. 219 миллион. Резистор 220 миллион. Ну все, как-то так, краткая инструкция по калибровке. Кому интересно, задавайте вопросы, у кого какие вопросы. Также можете скачать инструкцию в PDF-файле. Ссылка будет в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.